Всех приветствую на канале 18 соток. Сегодня расскажу вам о сорте острого перца под названием Сандия. Сорт острого перца Сандия иногда еще называют Нумекс Сандия. Это мексиканский сорт, выведен в Мексике в 50-х годах 20-го столетия. Этот сорт перца дает очень большой урожай перца. Здесь часть урожая мы уже сняли. Не покажу вам полный объем урожая, но очень урожайный сорт. Созревает перец от зеленого до красного. Куст достигает высоту около метра, метр 10, метр 20. Все зависит от условий питания, полива куста. Перцы неправильной конусовидной формы, они как бы немного сплюснуты. Очень хорошо подходят для маринования. Высушенные молотые плоды подходят как хорошая приправа, острая для мясных блюд. Перцы в длину достигают сантиметров 10-12. В диаметре перец около 2,5-3 сантиметров. Очень приятная острота у этих перцев. Вот так выглядит зрелый плод. Он сплюснутый, вот так видно. И вот так вот он выглядит в разрезе. Толщина стенок около 2 мм. Перец хрустящий, очень сочный, очень приятный на вкус. Сладко, мякоть сладко-кисленькая такая, очень приятная. По шкале Скойла его острота достигает от 5 до 30 тысяч единиц. Опять же, все зависит от степени зрелости плода. На этом обзор этого перца я заканчиваю. Заходите на мой канал, смотрите другие сорта перца.